бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы... Случилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычных гвардейцев. В кроссовках летних, правда, в двух парах носков. С вот. Ножом. И с ножом, да. Украина одержит победу на поле боя. Таким же образом она одержит самую главную победу, да, победу смыслов. То, что вот воевать нужно за свободу, против несвободы. Я занимался организацией турниров по ММА, вот, в, скажем так, в патриотической, националистической среде. В России, во Франции, в Италии, в Германии, в Польше. Мой вид на жительство был аннулирован, и власти Федеративной Республики Германия признали меня угрозой демократическому строю и демократическим ценностям. Неонацисти воюють за Україну. Чудовий заголовок для пропаганди. Є якісь гарантії, що ви не консерви російські? Мається на увазі там заслані козачки, спецагенти російські. Каких-то гарантій, звісно, дати ніхто не може. Якщо все, що ми робимо, якщо той ризик, якому ми підвергаємо себе і наші сім'ї, не є достатньо доказательством того, що ми робимо це искренне, то мы тут, конечно, бессильны. Ковала фото и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей, а также заложенных мин в Брянской области. Накануне вечером в ФСБ заявили о пресечении вылазки украинских диверсантов. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры, противник был выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар. Я напомню, что от рук диверсантов погибли два мирных жителя и был ранен ребенок. Если это действительно был русский добровольческий корпус, ну, значит, он известен своим участием. Там, по-моему, в Мариуполе воевал, в других местах. Ну, вроде бы неплохо воевал, неплохо воюет. Так что такая организация существует.